Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня хочу показать мою старейшую орхидею, Катлею, привезенную из Кубы. Ей ровно 10 лет. Пересажена она вот в такую корону. Лет 5 была пересадка. Сначала я привозила одну маленькую псевдобульбу. Сейчас я покажу поближе, какие они интересные, очень толстые. Листья такие восковые и очень огромные, большие. Это растение росло на стене. Вот. Естественно, тропикальный климат – это одно, а в квартире – это другое. Сейчас она у меня растет на подоконнике, на балконе, потому что ночи сейчас прохладные, и орхидеи любят такие перепады. Вот. Купила удобрение для нее, для орхидей. Очень неплохое. Вот. Каждую неделю надо сейчас удобрять до конца октября. То есть 5 мл это если листья ты опрыскиваешь на 1,5 литра воды. И на корневую систему где-то тоже так же на 1,5 литра, только 10 мл. Вот. Здесь очень крупная сосновая как бы кора. Потом корни папоротника, все, что как бы есть. Вот пересадку я пока еще не делала, жду ее цветения, потому что я вот насчитала где-то 11 псевдобульб, это вот за 10 лет. Каждый год она дает вот такую вот красивую псевдобульбу, выпускает. Листья прямо приятно трогать, они настолько плотные, хорошие. Вот, ну, надеюсь, что зацветет в наших условиях, будет все и хорошо, и приятно. Вот, вторая Катлея, она у меня свеженькая, где-то привезена тоже вот 3 года назад. Она должна быть сиреневая такая Катлея. Вот, и я ее посадила в кокос. Вот, она в кокосе вот растет, сейчас поближе покажу. Вот. Такая красотка. Вот, надеюсь, что скоро она меня порадует. Вот. Покажу сейчас вам маленькие дендробиумы, приобретенные. Буквально вот недавно я посадила. И уже растет вот маленькая деточка. Там сейчас покажу поближе. Вот видно, не видно. Сейчас там она просто свет падает. Очень ярко и светло у нас сегодня. Вот она маленькая. Корневая система у нее хорошая, вот, я думаю, что начнет расти и развиваться. Вот. Вторую орхидею, дендробиум, мне подарила как бы коллега, мы с ней обменялись на маленькие детки, она совсем усюсюхенькая, вот, и корешочки ее уже начинают расти. Надеюсь, что за молодыми растениями как-то вот легко и просто ухаживать, и все примется, и все будет хорошо. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.